Всем привет! Сегодня у нас обзор сравнения две новых модели, которые недавно появились на рынке Украины. Это Blue TR-914-02 и Blue TR-914, которые любезно предоставлены магазином Start Guns. Компания Start Guns уже в течение 10 лет является единственным эксклюзивным поставщиком стартовых пистолетов таких известных турецких брендов, как Stalker, Blue и Bareda в Украину. Давайте посмотрим на эти пистолеты. Они немного похожи друг на друга. У них одинаковая рамка, одинаковый магазин на 14 патронов. Но отличие идет в затворе. Я делал обзоры отдельно на них. Можете посмотреть, будут всплывающие ссылочки. Итак, Blue TR-914-02 аналог американского Рюгера SR-9 или SR-40. Различие только в калибре: SR-9 9 мм, SR-40 40-й калибр Smith & Wesson. Данные пистолеты у нас, конечно, не боевые, это стартовые. Ствол у них заглушен. Вот можно сейчас. Сейчас будем смотреть. Заглушка. И заглушка. Исключительно для стрельбы холостыми патронами. Мы всех предупреждаем, что любые внесения изменений влекут за собой административную и уголовную ответственность. Пистолеты так на вид очень похожи. Отличие только в затворе. У 914-02 такой классический затвор с вырезом для гильз, дроссельное отверстие для выхода пороховых газов, затворная задержка и предохранитель флажкового типа односторонний. С этой стороны его нет. 914 также имеет затворную задержку, предохранитель флажкового типа, но затвор у него выполнен немного по-другому. Давайте разберем пистолеты и посмотрим, как они устроены внутри. Я уже делал эти обзоры, но мы просто посмотрим на то, чем они отличаются. Извлекаем затворную задержку и снимаем затвор. Так же самое с 914-м. И снимаем затвор. Вот смотрите, затвор 914-го. И затвор 914-02. Они очень отличаются. По толщине стенок я уже делал обзоры, но давайте еще раз повторимся. 914-02. Толщина стенки в районе бойка у нас почти 5 мм. 914-й 4 миллиметра. 4 миллиметра толщина ближе к стволу, к срезу тоже. 914 4 миллиметра, 914-02 4,5, почти 5. По весу затвор 914-02 явно тяжелее. Весит 232 грамма, даже вот 233. 914 у нас 169. Затворы не взаимозаменяемые, то есть на раму 914-го одеть 914-02 не получится, так как здесь прицельные приспособления, планка антибликовая, они уже встроены вместе со стволом и патронником.
направляющая и буфер одинаковые, что и на той модели. Мы их рассматривать сильно не будем. Сейчас я попробую сфокусироваться, чтобы показать вам заглушку в патроннике. Некоторым это интересно, но сейчас мы это сфокусируем. Я включу фонарик. Вот заглушка. Это у нас 914-02. Дроссельное отверстие для выхода пороховых газов. Ну, в принципе, ничего тут больше. Вот так выглядит патронник 914-го. По размерам они идентичны. Только конфигурация ствола и патронника. Сборка в обратной последовательности. Я уже это много раз показывал. Ничего сложного нет, пистолет довольно легко собирается, разбирается. Оп. Тут надо с этой пружинкой быть аккуратно. Так, смотрите, на затворной задержке есть ступенька, вот она маленькая, ее видно. Зачем? Затем, чтобы, когда мы вставляем ее в отверстие, отодвинуть буфер на свое место. Все, затворная задержка установлена. Так же самое здесь делаем. Сейчас я покажу нюансы небольшие 914-го. Смотрите, заряжаем один патрон, он уже выстреленный. Пистолет уже взведен. Теперь смотрите, очень интересная особенность, как можно определить, есть ли патрон в патроннике. Экстрактор гильз, он приподнят. Вот. Это как бы индицирует, что в патроннике есть патрон. Также индикатор показывает, что взведен курок. Пистолет готов к стрельбе. Это такая интересная особенность 914-го. Можно понять, что в патроннике есть патрон. 914-02. Экстрактор гильз находится сбоку. Сейчас мы зарядим наш патрон. И по экстрактору мы ничего не можем сказать, есть ли патрон в патроннике или нет. Только по индикатору, что пистолет взведен. Давайте посмотрим, как попробуем медленно показать, как происходит досыл патрона в патронник. Сейчас мы сфокусируемся. Так. Вот я снимаю затворные задержки. Подается патрон, и он заходит в патронник. Если очень хорошо присмотреться, то есть между патронником и затвором небольшое такое отверстие, там доли миллиметров. Зачем? Затем, чтобы затвор при возврате и подаче следующего патрона не бился об патронник и не разрушался ни патронник, ни затвор, так как затвор выполнен все-таки из сплава у нас, не сильно такой. Это не сталь. Вот. Для этого я всех рекомендую и советую, если вам нравится там холостить, вы тренируетесь заряжать быстро пистолет, разряжать его, то делайте обязательно со стрелянными вот такими вот гильзами. Потому что если вы будете это делать без гильзы, то затвор будет ударяться в патронник. Это на любом пистолете. Так же само вот и на 914-м
он бьется об... Затвор бьется о патронник. Вот здесь хорошо видна заглушка. Вот такие вот интересные две относительно новые модели на рынке Украины. Blue TR 914 и 914-02, которые любезно предоставлены магазином Start Guns. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Смотрите, будут другие обзоры. Буду делать разные сравнения. Можете писать в комментарии, что бы хотели увидеть. Может, какие-то нюансы я не показал, не рассказал. Так что комментарии приветствуются, критика тоже приветствуется. Всем пока!